Последствия ожогов, травм и рубцовых деформаций, вызванных ранениями и минно-взрывными поражениями, участники спецоперации могут устранить в рамках реабилитации, которую они проходят в третьем филиале госпиталя имени Вишневского. Если речь идет о поражении кожи век и имеется постожоговая контрактура, которая мешает элементарно смыкать веки, мы... Это загрубевшая кожа. Да, рубцовая деформация. Мы как раз можем с помощью данной технологии улучшить качество жизни. Такая возможность появилась благодаря аппарату российского производства. Он может воздействовать на различные участки тела для восстановления кожного покрова с помощью двух различных методик. Лечение светом, интенсивным импульсным излучением и фракционным фототермолизом СО2 лазером. С помощью этих двух методик мы можем оказывать медицинскую помощь в восстановлении после травм, после ожогов, после рубцовых деформаций. В данной ситуации можем даже без анестезии. Ты громко не кричи. Хорошо. Ты же боец у нас. Ну да. Ну и все. Жми, жми. Жми, не отнимай. В отделении, где располагаются пациенты, проходящие реабилитацию после ранений, полученных во время спецоперации, не так давно был проведен ремонт. А квалифицированную помощь им оказывает внимательный медперсонал. Ольга Дмитриева, Михаил Лакеев, телекомпания «Одинцова».